О милосердие Божие! Я мерзость перед Богом и людьми, а Господь так любит меня и вразумляет меня и исцеляет меня, и Сам учит душу мою смирению и любви, терпению и послушанию, и все милости Свои излил на меня. С тех пор я держу ум свой в аде и горю в мрачном огне, и скучаю о Господе, и слезно ищу Его, и говорю: «Скоро я умру и вселюсь в мрачную темницу ада, и один я буду гореть там и тосковать о Господе и плакать. Где мой Господь, которого знает душа моя?» И великую пользу получил я от этой мысли. Ум мой очистился, и душа обрела покой.